В Нарьян-Маре подвели итоги конкурса среди первичных ветеранских организаций Ненецкого округа «Социальная звезда». Церемония награждения победителей состоялась в актовом зале администрации города в минувшую субботу. В этом году конкурс «Социальная звезда» приурочили к предстоящему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Победителей определяли в 11 номинациях. Одна из них за лучший видеоролик «Герои живут среди нас». Большая война была, страшная. Никто ведь не думал и не знал, что будет такая жестокая бойня. Мне повезло больше многих других. Ранений не было, как говорят, в рубашке родился, а домой пришел в 1945 году. Этот видеоролик на конкурс представил Совет ветеранов поселка Красное, который объединяет более 170 человек – пенсионеров, ветеранов, тружеников тыла и детей войны. Видеоролик мы в тесном контакте работаем с группой «Поиск». Красная Марина Игоревна Литкова, она руководитель, и вот она нам помогала сделать этот ролик. Всего в этом году в «Социальной звезде» приняло участие 11 советов ветеранов. Все они постоянные участники традиционного конкурса первичных ветеранских организаций Ненецкого округа. Но на протяжении всех трех лет у нас, в принципе, участвуют и «Искатели», и «Лесозавод», и «Макарова», и «Красная», и «Тельвиска». То есть, ну, в общем-то, те, которые участвуют сегодня, они участвовали в предыдущие конкурсы. Конкурс «Социальная звезда» проводится с 2017 года по инициативе Совета ветеранов войны и труда Ненецкого округа при поддержке компании «Башнефть-Полюс», администрации города и Дворца культуры «Арктика». Добавлю, что сегодня в окружной ветеранской организации состоят более 70 первичных формирований. Благодаря конкурсам, конечно, мы встречаемся с ними почаще, то есть какие-то репетиции, какие-то встречи дополнительно. Но и так у нас очень много мероприятий совместных с нашими организациями ветеранскими. Это не просто не каждый варится в своем котле. Это, в общем-то, наверное, все идет и от нашего Совета ветеранов, от окружного, потому что мы выдаем денежки, они нас получают и для юбиляров деньги, они получают денежки, честно, на Новый год мы вчера вот выдавали им деньги. Вот, мы проводим общие мероприятия каким-то большим праздником, встречи, и вообще вопросов очень много. Все вопросы решаются через нас, конечно. Это и награждение там, ветеран города, это и награждение грамотами почетными, благодарностями. Это любые вопросы какие-то жилищные, это какие-то вопросы, может быть, и любые вопросы, касающиеся наших ветеранов. Главная цель конкурса – подчеркнуть роль ветеранского движения в общественной жизни округа и города, распространение опыта активной ветеранской работы, повышение социальной активности ветеранов и привлечение общественного внимания к проблемам граждан старшего поколения. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, телеканал «Север».